Люди, у которых в имени есть буква Ю, целеустремленные, любознательные и романтичные. А буква Ж символизирует взрыв, всплеск, фейерверк. Убедитесь сами, Юлия Савичева и Жером Бланшар. На льду крепкий союз России и Франции. Пара номер 12. Юлия Савичева, Жером Бланшар. На радиостанции «Маяк» звучит программа «По вашим письмам». Для радиослушателей Жерома Бланшаровича и Юлии Савишны передаем их любимую песню. Станция «Маяк» заканчивает свою работу. Старики-оборотни! В изображении Жерома Бланшара и Юлии Савичевой. Поближе, поближе, бабуля. Спасибо большое. На тебе цветочки, бабуль, 4. На могилку. Елена Анатольевна, а вот как этот выброс-то был? Как прокрутилась наша Юля? Выброс был профессиональный. А? Просто блестяще. Но мы начинали с того, что... что задание было посмотреть, насколько в форме все наши конкурсанты. Бланшар, ваша заслуга, что вы Юле показали, что значит быть в форме спортсмену. Она нигде не задохнулась, исполняла все в полную силу, мощно, заинтересованно, сами заводились от музыки и от собственного исполнения. В общем, блестяще. Поздравляю вас. Игорь, а вот этот вот момент, когда Юля так прошлепала ладонями по льду, это было запланировано?
Здесь не было в танце вообще ошибок. Если кто-то их может найти, то пожалуйста. Я их не нашел. Я бы хотел вообще всем нашим бабушкам и дедушкам пожелать на примере вот этой пары, чтобы они иногда включали радиостанцию «Маяк» и вот так же заводились, и так же молодо себя чувствовали. Здоровья всем нашим бабушкам и дедушкам в лице вас, ребята. Мне очень понравилось. И вот этот номер меня потряс вот этой невероятной молодостью, задором, прям, который искрился из них. Это так здорово, так зажигательно. Спасибо. Молодцы. Сереж, твое мнение? Я буду краток. У меня 6-0. Ну, это мы узнаем после повтора, как всегда, с блистательным комментарием самого Дмитрия Губерниева. Этот номер был великолепен. Каждая поддержка – это открытие просто практически. Я даже не могу молчать, глядя на это, понимаете? Хотел бы молчать, но не могу. И вот здесь, посмотрите, это небольшая все-таки была помарочка, но насколько она была эффектна вместе с тем, они даже ошибки превращают в достоинство. То есть ее как не бросай, она гуттаперчевая просто. Ой, какой шпагат, боже мой. Что творят эти люди? Это роскошнейшее катание. Это катание 22 века, если хотите. Как ликует сейчас страна, я представляю. Савичева с Жировым просто взорвала аудитория. И сейчас оживите вновь, подарите нам эту радость. Бабушка, хватит вязать! На каток, бабусенька моя! Вперед! Я надеюсь, что восторг жюри будет не меньший. Елена Анатольевна Чайковская, 6-0. Николай Цискоридзе, 6-0. Татьяна Догилева, что-то она пригорюнилась, что же поставит народная артистка, 6-0. Игорь Бобрин, сейчас он улыбнется, потому что его оценка 6-0. Сергей Дроботенко, неунывающий парень, ставит 6-0. И всегда грустный и молчаливый Николай Басков распростер свои объятия, 6-0. 36,6. Как они помолодели, наши старики. У вас температура 36,6, а оценка у нас 36. Спасибо, Николай. И, как говорит Юлия Савичева по этому поводу,